Всем привет, ребятки, вы на канале Dudaplay, мы продолжаем играть в игру Hill of Zombie. Ну что ж, у нас машинка немножечко прокачанная, денег у меня нет. Давайте поедем, посмотрим, что у нас вообще, как что вообще есть. Так, поехали. Давай, разгоняемся. Ой-ой-ой, разгоняемся. Все, едем, ребята. Так, зомбачки у нас здесь есть. Ох, нифига, взрыв такой, ё-моё. Так, а ну-ка, доедем мы немножечко или нет? У нас, видишь, до второго этапа осталось совсем чуть-чуть. Я думаю, сегодня мы можем доехать. Главное, денег заработать. Эй, давай. В смысле, алё, почему не едешь? О, давай, разгоняемся. На второй этаж мы не смогли подняться. Давайте попробуем. По туннелю проедем. Вот зомбачков только здесь много. Давай. Понял, почему я не могу доехать наверх. У меня кончился ускоритель. Да, без ускорителя никуда. А также топливо кончается. Сколько мы заработали? 208 монеток. Так, за сбитых зомби дают 50 монет. Что достаточно-таки мало. Давайте купим пушку. Прокачаем. Есть. Все, и поехали. Поехали с пушкой нашей. О! Сейчас посмотрим. Так, а ну-ка, у меня 12 патронов. Что-то я не понял. Давай. Ускорите. Что-то я не понял, почему я зомбаков-то не стреляю. Ну, в этого буду стрелять или нет? Да, наконец-то. Я думал уже, что-то с пушкой случилось. Нет. Все хорошо, ребятушки. Давай, машина. Ой, врезались. Ё-моё. Ничего. Сейчас я нормально доеду. Так, ускорение закончилось. Ёлки-палки, на самом интересном месте. Так, давай здесь проедем. Все-таки нам надо покупать бензин, потому что без бензинчика мы далеко не уедем с вами. Все, этого мы не смогли убить зомбака последнего. 300 монет. 350. Да. 400 монеток. Я думал, хотя бы 450 монет. А бензин у нас стоит 500. Поехали дальше. Будем зарабатывать на бензин, ребята. Все. Сейчас у нас главное это наполнить бензобак бензином, хотя еще в мире очень сильно подешевел бензин. Я не знаю, как это сыграется на игру. Может быть, в игре будет дешевый и побольше можно купить. А вот эти вот бочки, я думаю, здесь топливо находится, да? Вот бы брал бы себе бензобачок и набирал бы. Так, ну у нас, в принципе, нормально еще хватает бензобаки бензина. Но у нас ускоритель закончился, к сожалению. Так, ой, смотри, мы уже немножко дальше проехали, да, с вами? Вот, на этом месте мы остановились. Закончилось топливо. Но ничего страшного. Сейчас мы это топливо с вами приобретем. Заходим в гараж. Как раз у нас куча денег сейчас. 850 монет. Давай приобретем канистру бензина. Да. И на 300 мы еще добавим немножечко ускоритель. Хорошо. Поехали. Так, ну-ка давай поедем. Сейчас мы должны, не знаю, доберемся мы до нашего ночлега или нет. Но, по крайней... Ой-ой-ой, застряли. По крайней мере, мы должны немножко дальше проехать, но это не точно. Сейчас проверим. Зомбаков все очень много. Так, туннель. Первый туннель. Сейчас проедем. И я смотрю, ребята, бензина еще много. Мы во втором туннеле. Ой, наверх заели, залетели. Хорошо. Это очень хорошо. Но проблема у нас с бензином. Сколько у нас? Все, закончился бензин. На этом же месте практически мы с вами остановились. 400 монет мы должны заработать. Может быть, чуть-чуть больше. Ух ты!
465 монет, вообще классно, ребята. А, давайте купим двигатель новый. О, сейчас поедем хорошо. Ну, а если, смотри, если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет, пиши в комментарии привет, я тебе передам привет в следующем ролике. А сегодня я передам привет Максиму Павленко, Ирине, значит, Александру и Данилу. Сегодня передаю привет. Вот. Если хочешь, чтобы я тебе передал привет, ты знаешь, что нужно сделать. Поставить лайк на видео и написать привет в комментарии. Вот. Ой, ребята, я застрял. Ё-моё. Нифига, машинка застряла и никуда не ехала. Ни взад, ни вперед. Капец, такой первый раз у меня здесь. А всего лишь 280 монет нам дали. А на них мы только... О, ускорителя купим. Давайте купим. Чуть-чуть ускорителя нам не помешает. А вообще, чем больше ускорителя, тем веселее и интереснее играть, ребята, в эту игру. О, ой-ой-ой. Главное, чтобы опять в ней не встрять. О, видишь, легко очень подниматься наверх. Вот. Ну, ускорители я вообще побольше выпускал. Почему разработчики жалели этого ускорителя, я не знаю. Все, ускоритель закончился. Ладно, будем ехать как едем. Очень-очень много вот этих бачков здесь. Сейчас мы их всех... Да, поджарили даже вот этой бочкой, мы зомбаков поджарили, ребята. Так, а ну-ка, хоть бы я проехал бы еще больше, я хочу немножечко больше проехать, чем обычно. Вот, мы практически добрались, ребята. Ах, совсем чуть-чуть оставалось нам. Но не успели, зато нам дадут побольше монет. 500, давай 500. Да, 500 монет мы заработали. Очень даже неплохо. А на 500 монет мы с вами, ребята, знаешь, что купим? Мы все-таки купим трансмиссию, да. Давай вообще копить, знаешь, на что? На колеса. Угу. Я хочу, ребята, приобрести колеса. Так, давайте поедем. Попробуем. О, ускоряемся. Может быть, возможно, я приобрету все-таки колеса. Себе новенькие. Может быть и нет, конечно, но будем стараться. Зомбаков надо побольше с вами уничтожить. Тогда вообще нам в среднем за зомбаков, я так понял, дают 50 монет. Ох, нифига, какой эпический взрыв был. Так, вот эти вот рабочие какие-то с лопатами стоят, видишь, надо их всех вот этой крутилочкой. Хорошо, что у меня есть крутилочка. Вот этой крутилочкой я буду всех крутить, раскручивать. Да. Этап завершен. Ребята, мы завершили этап за этап, но дали 404 монеты, а всего за сбитых от зомбаков 74. Итого 541 монета. Вот, мы потихонечку отправляемся дальше с вами. Давайте посмотрим в гараже, что мы можем купить на 600. Давайте приобретем новые колесики. Да. А, ну, ох ты, ё-моё, нифига, колеса какие крутые. Поехали. С такими колесами и не страшно против зомбаков-то ехать. Нормально. О, мы даже наверх заехали. У нас колеса, потому что ты же заметил, что там такие шипы на колесах. Вот, вот эти шипы, они цепляются за землю. И нам становится легче. Легче проходить, проезжать. О, наверх прям залетели. Надо вот этих жирненьких зомбачков убивать. Потому что они слишком... Они побольше дают этих самых... О, господи, дай мне сказать. О, они монеток больше дают. Так, а что мы тут остановились? Поехали. Короче, знаешь, что я буду прокачивать? Я понял. Я буду прокачивать турбо. Ускоритель. Потому что с ускорителем очень-очень интересно. Сейчас посмотрим. Давай, зомбачок. Есть. Последнего зомбака мы убили, дадут нам побольше монет. Да, 430, не сильно и много. А, турбо, да, мы приобретем турбо. Так, еще у нас два значения по турбо есть. Ладненько.
Мы обязательно будем турбо увеличивать. Так, вот зомбак смотри, стоит прямо вот при входе, при въезде. Нифига себе. Так, зомбачки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что с машинкой у нас тащит? Давай, турбо, давай, давай. Ой, хорошо. Видишь, как турбо помогает? Турбо помогает ускоряться. Опа, видишь, мы поверху, поверху сами едем. Это хорошо очень, наверное. Ну, что-то он притормаживает машинку, да, время от времени. Ой, все, закончился ускоритель. Ну, хотя бы мы на крышу-то заехали с вами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вниз упадем сейчас. Да, так я и знал. Ладненько, ничего страшного. Так, мы здесь проедем, проедем. Ой, хорошо, смотри. С турбо мы проехали немного дальше. Ого, какое падение. Так, а здесь мы поедем по туннелю. А, все. Поехали, сказал. Поехали. Кончился бензинчик у нас. Да, бывает. И нам дали... Ой, много-много-много монеточек нам дают. 559 монет. Офигеть. Вот это мы турбо купим. Турбо мы вообще купим. Будет вообще круто. Ну что ж, дорогие друзья, а на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте привет. Всем пока-пока.